Государство осуществляет несколько программ заботы о детях, возвращение детей в биологические семьи, передачу их в попечительство. Лучшей альтернативой оказались дома семейного типа. Для образования больших институций началось в 2012 году. К этому времени от 46 осталось всего 10 институций. Было создано до 40 домов семейного типа. Целью государства является до конца 2012 года упразднение всех институций. Каритас является одним из таких домов семейного типа. Главной целью нашей является интеграция детей, возвращение в семьи. Однако, если это не удается по разным причинам, у некоторых родителей психические проблемы, а некоторые настолько нуждаются, что не имеют домов и не могут жить со своими детьми. Есть и другие проблемы. Каритас объединяет два детских дома, в которых живут 14 подростков. Их повседневная жизнь ничем не отличается от жизни их сверстников. Это моя большая семья. Конечно, я предпочла бы жить дома с родителями, но я уже привыкла, ко мне все хорошо относятся. Хотя есть случаи, когда они слышат неприятные вещи от сверстников. Как-то думают, что раз я живу в Каритасе, то меня должно быть жалко. Меня спрашивают, это тебе купили в Каритасе? Я сказала, что у меня есть и родители. После этого они как-то стали более воздержанными. В Каритасе думают, что преимущество домов семейного типа в том, что есть возможность индивидуального подхода к детям. Когда 150 детей живут на одной территории, если у них даже будет 10 учителей, ни физически, ни психологически они не справляются с делом. С каждым надо иметь близкие отношения, узнавать об их проблемах, быть в близких отношениях с ними. В институции ребенок находится в самообороне. Поскольку детей много, и у каждого свои претензии, невольно ребенок замыкается и переходит в самооборону, чтобы защититься. Центр реабилитации Бегуреби, говорит Роман Берденишвили, о недостатках домов семейного типа. Отношения, которые необходимы для формирования здоровой психики этих детей, там этих отношений очень мало. Как правило, этого там очень мало. Там 5-6, максимум 10 детей. Я говорю не на основании теории. Там, где 15, 20, 25 детей, и все участвуют в одном мероприятии, это чрезвычайно важно. Эту мысль не разделяет Лия Чидлашвили, психолог. Я думаю, это шаг вперед в сравнении с детскими домами. Хотя бы потому, что в домах меньше детей. И ситуация приближена к домашней. Поэтому индивидуально более развиты. Бегуреби – детский приют, в котором часть детей находится только в дневные часы, а часть остается и ночью, или находится на государственной дотации. Хотя, как тут говорят, финансирования не хватает. После того, как мы перешли на евростандарты, была установлена нормативная сумма на каждого ребенка. Все видят, что этой суммы не хватает.
для того, чтобы все, в чем нуждается эта организация, для ее функционирования не хватает этой суммы. Живущие тут дети не могут ходить на дни рождения своих сверстников, а полученная от них помощь их очень радует. Вот когда мне чего-то не хватает, они мне дают, поэтому я очень довольна. Я приветствую вас. Студия Ре предлагает очередную дискуссию. Сегодня мы решили поговорить о правах детей. Это не новая тема для нашей студии. Мы часто обсуждали эту тему, в том числе с теми экспертами, которые сегодня являются гостями нашей передачи. Я представляю их. Это Майя Курцикидзе, руководитель коммуникационных программ детского фонда ООН, Эка Санеблидзе, представитель агентства социального обслуживания Кетеван Кобаладзе, представитель Института гражданского развития и Нато Зазашвили, психолог. Она представляет DFIART. Большое спасибо за визит в нашу студию. С темой нашей сегодняшней передачи мы подобрали право детей, нарушение прав детей. Сама по себе эта тема была подсказана тем, что в последнее время в грузинской медии, в наших медиасредствах, стали говорить о вероятном законопроекте, о так называемых трудновоспитуемых детях, детях с девиантным поведением, и о специальных школах для этих детей. Эта тема была освещена с разных сторон, было много комментариев, и мы решили поставить такой вопрос. Какова защита прав детей в соответствии с этим законопроектом? И вообще, где можно найти объективно нарушение или прецеденты нарушения прав детей? Быть может, мы начнем сначала с законопроекта, а потом перейдем к остальным темам. Вот я обращаюсь к вам. Большое спасибо. Что касается законопроекта, ЮНИСЕФ знаком с этим законопроектом. Мы послали свои соображения и комментарии Министерству юстиции Грузии, которое является автором этого законопроекта. В настоящее время я не буду говорить о деталях, поскольку мы сейчас работаем над этим законопроектом и над комментариями. Поэтому я не хочу говорить о деталях. Я приветствую гостей и зрителей. Большое спасибо, что вы подняли этот вопрос. Это одна тема, один ракурс. Я думаю, что очень существенно говорить на эту тему. Это необходимо, поскольку это касается детей, и с очень раннего возраста, речь идет о 10 годах. Это очень ранний возраст для того, чтобы говорить о необходимых вопросах. Общество должно обсуждать эти темы. Это очень болезненная тема относительно девиантного поведения детей. Это очень широкое понятие, и оно предусматривает множество детей. Необходимо конкретизировать эти вопросы. Я знаю, были отзывы со стороны международных организаций. Необходима конкретизация законопроекта, чтобы он не касался слишком широкого спектра детей. Что касается нарушения прав, мы, наверное, будем говорить об этом. И эти вопросы хорошо известны. У нас было желание, чтобы было много конкретных факторов, представить много конкретных фактов. Однако впервые исходной точкой мы выбрали этот законопроект. Вот вы, госпожа Нателла, как вы думаете, как в этом конкретном случае или в случае других законодательных инициатив является ли главным приоритетом защита прав детей?
Что касается закона, я думаю, было бы хорошо принять этот закон. Это было бы очень важно. После того, как я познакомилась с содержанием, у меня возникли вопросы. И эти вопросы возникли в связи с тем, что очень много непрозрачных, темных моментов. И чем больше темных моментов, тем сложнее будет восполнение этих законов, и тем больше будет субъективного фактора. Например, я психолог. Я не могу сказать, что я единолично могу решить вопрос, в какую программу поместить того или иного ребенка, отпустить его в школу-пансион или нет. Для этого нужна рабочая группа. Так что сам закон, работа над законом, я думаю, идет нормально. Поскольку сейчас авторы законопроекта заинтересованы в наших комментариях. Я имею в виду неправительственные организации. И, как сказала Майя, действительно идет процесс рабочего режима. Сам термин, который я слышал с детства, и который мне очень не нравился, трудновоспитуемый, как-то этот термин оживил данный законопроект. Я думал, что мы больше не используем этот термин. Да, мы говорим о сложных детях. Я все время говорю, что сложными являются не дети, а мы, взрослые. Поскольку ребенок не рождается сложным или девиантным, и ребенок не выбирает место рождения. У меня большой опыт работы по насилию в семьях. И могу сказать, что ребенок не определяет, в какой семье он родился. И в семье, где бывает насилие, он как бы оказывается заложником. Какими бы сложными ни были его отношения, я всегда удивляюсь тому, как он дорос до совершеннолетия и в каких условиях ему приходилось жить. В семье насилие, в садике насилие, найдется кто-то, кто даст ему по голове. И в школе тоже найдется человек, который будет производить над ним насилие. Посмотрит телевизор, и там видит факты насилия. И он видит, как взрослые мужчины, даже, допустим, в парламенте, неважно, в Грузии или в Корее, бегают друг за другом со стульями в руках. То есть подтверждается его позиция, что насилие является единственной нормальной формой отношений. Поэтому, я думаю, вопрос будет очень острым до тех пор, пока по мультидисциплинарному принципу не произойдет работа над этим вопросом. Это не спасет ни отдельно взятый закон. Госпожа Эко, как вы видите, этот глобальный подход, о котором говорила госпожа Нато. Приветствую вас. Я хочу начать разговор с детей с малыми заботами. Больше всего нарушение прав детей встречается среди этих детей. В Грузии существует реформа, которая предполагает очень быстрое развитие. До этого все этапы прошли очень удачно, и сейчас идет этап по разным направлениям. Очень активная работа. Одно из главных – это деинституционализация детей. Это одно из главных направлений реформы. Как вы знаете, в течение ряда лет дети, которые были лишены заботы, жили в воспитательных центрах, в которых встречались до 80-100 детей, и подходы ко всем были совершенно одинаковыми. Не было никакого индивидуального подхода. Там было насилие как между детьми, так частыми были насилие со стороны воспитателей. Этот вопрос встал в повестку дня, когда мы начали думать о реформах. На сегодняшний день я хочу сказать, что в Грузии
из 10 детских домов закроется 10 детских домов, и вместо них появятся дома семейного типа, которые будут основаны на семейных отношениях. Там будет жить 8-10 детей, о которых будут заботиться те, кто берут роль отца и матери, и необходимые потребности этих детей будут учитываться. Со своей стороны, это даст возможность того, что, когда дети вырастут и станут полноправными членами общества, они легко смогут реализовать себя в обществе. И, во-вторых, когда производится насилие над детьми, впоследствии они сами становятся насильниками и часто нарушают чужие права. Вот мы избавимся от этого. А есть возможность избавиться от этих рисков? Да, я совершенно согласна. Там, где не бывает возможности, там я всегда заявляю, что деинституционализация – это хорошая идея. Это давно планировалось, и шла серьезная работа в этом направлении. Это гораздо лучше. Малые институты семейного типа, конечно, лучше, если дети будут расти с родителями. Но когда речь идет о законопроекте, насколько я знаю, там речь идет обо всех. Ребенок, который вырастет в доме семейного типа, и если там он себя будет плохо себя вести или в школе, то этот ребенок также будет подвергаться переводу в специальные заведения, как и те дети, которые живут в обычных биологических семьях. Но сам по себе риск того, что если ребенок будет здоровым, конечно, опасность нарушения его прав там гораздо меньше. Параллельно с этим, было бы хорошо, если процесс деинституционализации осуществляло соответствующее министерство, а другое министерство должно создать новую институцию в лице этих школ. Поэтому вполне понятно, сегодня в Грузии до 2000 школ. Если в каждой школе найдется хоть один ребенок до 18 лет с девиантным поведением, которого необходимо будет перевести в специальную школу, представьте себе 2200 детей с таким поведением. И тогда придется создать еще дополнительные структуры, поскольку столько детей не поместится в одной школе. Вот я знаю, сам третий, хорошая администрация. Они хорошо обращаются с детьми. И дети хорошо там себя чувствуют. Но представьте себе, если вместо этих 20 детей будет 2000 или даже 200 детей. Сейчас, кажется, создали условия для 200 детей. Физические условия там стали гораздо лучше. Но все равно это большая цифра. И получится большая институция в течение 6 месяцев, как это записано в законе. Если ребенок попадет в такое специальное учреждение такого типа, вот за этими процессами следует как бы формирование стигмы. Например, дети, которых будут называть детьми с девиантным поведением, с трудновоспитаемых. Дети, которые росли в детских домах, а потом переходят в школы или в дома. И это как бы сопровождает их, эта стигма. И есть дети другого типа, которые испытывают насилие над собой. И все это формирует какую-то стигму. Как вы думаете, не усилит ли такой подход? Такой жесткий подход не усилит ли эту стигму в обществе? Есть ли превенция? Есть ли возможность превенции? И что может сделать власть или общество? Я скажу, сегодня в обществе существует стигма в отношении детей.
к разным группам детей. Тут говорилось об одной категории, которую мы называем, что они в конфликте с законом. Я перешла к тем детям, у которых уже были отношения с органами правоохранения. Я знаю, что существует стигма в отношении этих детей. Есть дети с ограниченными возможностями, и есть стигма в обществе. Эти дети оказываются изолированными в школах, в учреждениях, и очень мало школ в Грузии, где эти дети включены в нормальный учебный процесс и получают образование. И те же факты насилия, в том числе сексуального характера, также являются стигмой. Поэтому очень важно, чтобы изменилось отношение общества. И в этом большую роль играет медиа, поскольку именно медиа поддерживает формирование такой стигмы. Утверждение определенных терминов. Например, мы часто слышим, узнаем в разных сюжетах такое понятие «беспризорные дети», «бродящие дети». Это очень плохо, поскольку мы навешиваем ярлыки, которые привешиваются ко многим детям. И нам встречается индивидуально очень много детей, у которых есть способности, навыки, и они очень талантливы, могут многое сделать в своей жизни. И мы вместе с тем всех забрасываем в один котел и упоминаем их такими эпитетами. Это, конечно, проблема, и мы должны постараться, чтобы подобного рода стигмы, которые существуют в нашем обществе, чтобы они были разрушены, и чтобы в целом поменялся бы менталитет общества. Это очень сложный процесс. Это продолжительный процесс, и это не происходит в короткие сроки. Поэтому общественные настроения, смена общественных настроений, для этого нужны целые программы. Главное, правильно построенные коммуникационные интервенции, чтобы подобные стигмы исчезли. Кроме того, что касается детей с ограниченными возможностями, необходима интеграция этих детей в общество, чтобы дети появились рядом с нами, в тех же школах, в обществах, чтобы у них была возможность свободного перемещения в городе, чтобы были бы адаптированы дома для них, чтобы общество привыкло и привыкло бы их присутствию рядом с ними. И мы должны заботиться о том, чтобы подобного рода стигмы не бытовали в нашем обществе. Когда впервые вошло понятие инклюзивного образования в нашей действительности, вначале все время говорилось о детях с ограниченными возможностями, чтобы и они могли ходить в обычные публичные школы и проходить процесс обучения. Но сегодня, как говорила госпожа Майя, эта проблема отчасти все же существует. Нет высокого качества включенности. Мы говорим о деинституционализации и о ее результатах, о детях, которых перевели в семьи. Вот их включенность, качество их инклюзивности, как они должны ходить в публичные школы, как они там должны утверждаться. У них фактически нет этого опыта этого, и нет этого опыта у самих публичных школ. Есть ли конкретные соображения на эту тему? Да, я продолжу слова госпожи Майи. Включенность общества и без активного участия общества не состоится никакая реформа. Общество также растет вместе с реформами. Гораздо больше понимания появляется со стороны общества в отношении этих вопросов, чем это было в прошлые годы. Что касается детей, которых мы выводим из институций большого объема,
Это были дети, которые порой месяцами или годами не ходили на уроки. Это не касается всех, но есть такая категория детей, которые не ходили в школу, не получали образование. Их перевод в альтернативные сервис-центры было очень важно. И было очень важно наше сотрудничество с Министерством образования, поскольку необходимо, чтобы этим детям соответствовала какая-то программа. Уже существуют такие учреждения семейного типа. Да, уже функционирует 17. Вот в этих 17 учреждениях семейного типа ходят ли дети в школу? Так же, как и наши дети ходят в школу, и они ничем не отличаются от них. Эти дети также ходят в школу. Наша цель в том, чтобы эти дети не воспринимались как особая категория детей. Вот когда группа идет на экскурсию, и когда дети из этих домов им не дают деньги, мы боремся с этим. Это такие же дети, как и все остальные дети. Они также учатся жизни. Это идея модели дома семейного типа. Они могут купить конфету или пирожное по своему желанию, пообедать, когда они захотят, а не дожидаться, допустим, 2 часов, когда обед накрывается на 80 человек. Они сами могут согреть себе пищу. Это и есть семейная модель. Ребенок, выросший в таких условиях, будет совершенно иным. Ему будет гораздо легче создать семью. И создать такую семью, в которой будут расти нормальные дети. Поэтому мы говорим, что этот процесс довольно в активной фазе. В будущем году не будет уже существовать ни одна институция большого размера, и мы перейдем на малые модели. Хотя надо сказать, что кроме этих малых домов, мы активно развиваем процесс воспитания в соответствии с попечительством. Это когда ребенка переводим в семью, семья до этого проходит проверку, поскольку посредством социального работника изучает родителей, будущих родителей ребенка. То есть ребенок начинает жить в семье на основании заранее заключенного соглашения, за что семья получает соответствующее вознаграждение. Так что существуют разные сервисы, и все это для того, мы не хотим, чтобы существовали большие воспитательные дома, которые не соответствуют условиям, необходимым условиям. С какой готовностью этот проект встретила публичная школа? Ну, если мы рассмотрим все сегменты, насколько развиты сегменты, чтобы не происходил процесс стигматизации, о которой здесь говорилось. Мой опыт был не лучшим, когда я работал в учреждении в связи со школой. Директора школ, как правило, беспокоились о том, почему именно в нашу школу приводите этих детей. И, конечно, это центр социальной адаптации ребенка. Конечно, были сложные категории детей нелегкого поведения, но когда их удавалось приводить в какие-то школы, конечно, никто их там с радостью не встречал. И были разговоры, что почему в нашу школу, может быть, вы в другую школу отведете этого ребенка. И я хочу сказать, что, как правило, против была не администрация школы, а против были родители других детей. Они не хотели,
чтобы в их школах учились такие дети. Как правило, проблемы были с родителями. Так говорила нам дирекция. Да, проблема была с обществом, поскольку эти родители – члены нашего общества. НАТО. Когда мы говорим о стигме, в первую очередь, сами родители скрывают таких детей. Я часто слышал от своих друзей, можно было 10 лет ходить в гости в одну семью к своему другу, и только через 10 лет ты узнавал, что у него сестра или брат с ограниченными возможностями, который заперт в какой-то комнате. Я знаю два таких примера, когда семья не стала скрывать этого, ребенка, и эти дети, конечно, являются членами общества. И у меня нет такого прямого профессионального отношения к школе. Но я думаю, что наименьшая проблема между детьми, самую большую проблему создают взрослые. Но когда я говорю о детях, я всегда хочу поднимать эту тему, выдвигать эту тему. Мы должны начинать с себя. Учитель не готов к этому. Для того, чтобы принять такого ребенка в школу. И если между детьми есть какая-то проблема, то просто из-за непривычки есть какие-то страхи. Кто-то может ночью не спать от страха и переживаний. Необходимо готовить этих детей, чтобы избавиться от позитивной дискриминации. И с другой стороны, надо думать о том, чтобы эти дети имели здоровый взгляд на своих одноклассников. Вчера я в интернете видела фото и подумала о позитивной дискриминации. Это фото было против позитивной дискриминации. Было два мальчика, двухлетний и пятилетний. У одного из ребенка не было рук, и он ласкал второго мальчика ногой. На второй фотографии те же дети, и у ребенка без рук вилка между пальцами на ногах. И этой вилкой он кормит второго мальчика. И второй ребенок был очень довольный, он улыбался. Они были равноправны. Так что это проблема не только нашего общества. Когда наступит время, когда в любом обществе будут такие здоровые отношения. Если вернуться к законопроекту, если за 6 месяцев ребенок исправится, его обычно возвращают в эту школу, и он там окажется в ситуации, что вот, мол, раз ребенок вернулся, допустим, из Самтреди или из Кулеви, вы понимаете, появляется какая-то новая стигма. Я боюсь, что появляется новая стигма, что эти вернувшиеся дети из детских домов ставят нас перед новой опасностью, как его примут. Тем более, если его отвезли из-за поведения, вот в городе, в столице, ребенка выгнали из школы из-за сложного поведения. И он взял такое личное дело со школы, что другие школы его не стали принимать. И в настоящее время он как минимум лишен права образования. Как может в таких случаях действовать неправительственный сектор или медиасредства? Те, кто должны проявлять большую медиацию между властями и обществом. Что они должны в этом случае делать?
Не знаю. Я слежу за этими процессами. Бывают разные отзывы со стороны родителей. Например, если бы закон был бы принят, то его судьба была бы решена. Нет, так прямо нельзя сказать. Принимается отдельная команда. Если команда в лице директора и учителей внесли предложение о том, чтобы действовать в соответствии с законом, но это зависит от мультидисциплинарной команды. Если они откажутся и скажут, что этому мальчику это не нужно, то не будет. Вот как можно сделать, чтобы разрядилась кризисная ситуация, когда речь идет о несовершеннолетнем ребенке? Я об этом могу сказать, и что есть обязанность государства в соответствии с конвенциями прав ребенка защищать эти права. А также существуют независимые организации, как, например, неправительственные организации, Офис народного защитника, Центр защиты детей, также медиасредства. Их функция и роль является проводить мониторинг и следить за тем, как государство защищает права детей. Так что обязанностью этих организаций является проводить мониторинг. И если имеет место нарушение прав ребенка, то они обязаны поднять голос и отреагировать, лоббировать те или иные права, чтобы они были защищены. В этом случае Офис народного защитника очень активно работает, Центр защиты прав ребенка. И туда поступают сведения о нарушении прав. Если человек считает, что было нарушено право ребенка, я приводил эти факты. Да, я тоже говорил об этом, что народный защитник сделал заявление в связи с конкретным фактом. И в целом я говорю о том, что когда речь идет о том, как государство защищает права ребенка, независимый взгляд и мониторинг на то, как защищаются права ребенка, играют большую роль в этом деле неправительственные организации, голоса которых часто не слышны. И Офис народного защитника, можно сказать, активно реагирует на нарушение прав ребенка. Я хотела дополнить, что можно было сделать еще. Работает программа по медиации, и, к сожалению, пока что работает только проблема подростка, который нарушает закон. Однако уже идет речь о том, чтобы медиация вошла в школу. Я была в Соединенных Штатах и своими глазами видела, как работает эта медиация в школе. Я думаю, вот этот случай как раз тут должно было произойти примирение. Что такое медиация? Это примирение сторон. Во всяком случае, администрации и ученика. Да, это было бы замечательно. Поскольку я знаю, что из этих двух мальчиков один из них до сих пор не ходит в школу. Я думаю, это нарушение всех конвенций. Ребенок имеет право получить образование, и ему нельзя в этом мешать. Он должен иметь возможность продолжать учебу. Да, было несколько школ, которые не приняли этого ребенка, потому что он оказался в такой истории. Но пока не работает такой институт медиации, что могут сделать неправительственные организации или медиасредства? Мы должны бороться за то, чтобы производились превентивные действия, когда это не касается социальной защиты. Хорошо, когда изучается среда, когда социальный работник изучает ситуацию в семьях.
как и в обычных школах, и в соответствии с районами, но то, что должно существовать, превентивные меры, вот госпожа на то подчеркивала, что ребенок не рождается преступником. И мы создаем его сами. Он не рождается ни гением, ни преступником. Происходит моделирование поведения в зависимости от того, в какой среде он воспитывается. Он повторяет модели поведения. И в разных условиях он может это повторить сложно или переварить, опротестовать какое-то действие, то, что он видел. Но то, что ребенок формируется в среде и со стороны взрослых, то это факт. И если мы поместим его в жестких условиях, то мы ничего хорошего не получим. Это принцип бумеранга. И этот бумеранг всегда возвращается. Мы должны поместить ребенка, незащищенных детей в семье. Мы разрываем семью и куда-то ведем его для исправления. Да, в этом есть какой-то парадокс. Я добавила бы, госпожа Кэти и Нато правы были. Я повторю это. Если ребенок видит насилие в семье, то он повторит это в школе, в высшем учебном заведении, на улице и так далее. То есть он постарается регулировать проблему посредством насилия. Конечно, хорошо, если в школе больше внимания будет уделяться таким программам, как толерантность, где детей обучают тому, как надо регулировать конфликты мирными путями, а не насилием. Это необходимые условия. Очень важно преподавать это в школе. Наша школа в основном ориентирована на обучение предметов, и мало внимания уделяется таким важным жизненным фактам, которые помогут впоследствии ребенку в жизни. Я имею в виду их подготовку к жизни. Подготовка человека к жизни, а не только подготовка к высшему учебному заведению. И вот тут как раз имеется в виду, что ребенок должен уметь научиться слушать чужую мысль, уважать ее. Мы сталкиваемся с этими проблемами, когда уже взрослые люди, и им очень сложно слушать друг друга, слушать мнение, которое противоречит их мнениям. Все это надо воспитывать с детства. И еще я хочу добавить, что помимо школы, очень большую роль играет дошкольное воспитание. К сожалению, на это в Грузии обращается очень мало внимания. Представьте себе, что до 5 лет формируется 90% детского ума. То есть это тот период, когда формируется личность, его физические, социальные привычки. Это обусловлено, и говорится, что дошкольное воспитание играет большую роль. Если ребенок до школы хорошо формируется, то это говорит, что он хорошо подготовлен к школьной жизни, и у него хорошая академическая успеваемость, и больше перспективы в будущем. Таким образом, он может стать примерным гражданином. Ведущий, вы нарисовали идеальную картину. Да, а у нас в Грузии детский сад отождествляется с местом, где просто можно оставить ребенка. Родитель работает, и он должен где-то оставить ребенка, если нет бабушки и дедушки, которым можно оставить ребенка. Это необходимо изменить. Это должно измениться. Если 5 лет назад включенность ребенка до школы было 47% ребенка, которые проходили дошкольное воспитание в детских садах. Теперь до 63%. Это хорошие показатели. Растет заинтересованность родителей и повышается качество воспитания, качественное образование. И детские учреждения, детские сады должны готовить детей к школе, чтобы у них впоследствии не было проблем в школе. Это очень важно, поскольку в этот период закладываются основы определенных навыков. Поэтому школа должна продолжить это образование и дать ребенку навыки поведения в конфликтных ситуациях.
ситуациях. Каждый может оказаться в какой-то сложной ситуации, из которого надо искать выход. Когда я провожу тренинги с разными фокус-группами,
Очень трудно предложить какой-то готовый рецепт обществу, который будет приемлем для всех и который будет гарантией того, что он будет хорошо работать. Мы говорили, что это многосторонняя проблема, и в ней много компонентов. Наверное, единственное, что может пригодиться в качестве рецепта, то, что этот процесс должен быть прозрачным, и в нем должны быть включены все слои общества, неправительственные организации и медиасредства, необходимые существование в таких учреждений, как в Самтредье. Все время в социальных сетях муссируют Самтредье. Это необходимо. Было время, когда пугали Самтредской школой. Очень плохо, поскольку в Самтредье до того, пока появилось это учреждение, нам встречались дети, которых собирались отправить в колонию. И вместо колонии они учатся в обычном школе-пансионе номер 13, и они заканчивают школу, получают аттестат, и они не проходят через колонию. Какая-то часть исправилась и смогла преодолеть проблемы. Конечно, должны быть такие учреждения. То, что должен существовать какой-то сервис, это факт. Поскольку такие дети существуют, необходимо существование и соответствующего сервиса. В какой форме этот сервис будет существовать, это предмет спора и рассуждений. В какой форме необходимо существование такого сервиса. Большое спасибо, что этот час вы провели за нашим дискуссионным столом. И я хочу напомнить зрителям, что в сегодняшней студии в дискуссии принимали участие Майя Куртикидзе, Эка Санеблидзе, Кэти Кобаладзе и Нато Зазашвили. Большое спасибо. Эту дискуссию вы можете посмотреть на веб-странице студии РЭ, www.studiore.org, и там же высказать свои соображения или связаться с нами по телефону 33 12 56 2 33 00 19. Большое спасибо. На этом я с вами прощаюсь.